Торты бывают разные, творожные, йогуртовые, панча, но этот торт кардинально отличается от большинства, поскольку он рыбный. Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить бутербродный торт с сельдью. Когда я впервые увидела такой тортик, будучи в гостях, то моему удивлению не было предела. Какой кошмар, подумала я, ну как можно так издеваться над тортами? Однако, попробовав эту необычную закуску, я не удержалась от добавки, потому что это самый настоящий шедевр. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Сельдь измельчаем в блендере вместе с очищенным луком, обжариваем грибы, которые предварительно необходимо мелко порезать, морковь варим и трем на терке, сыр натираем мелко. Промазываем коржи легким майонезом, поочередно выкладываем на коржики одну из начинок, селедочную массу, грибную смесь, морковную и сырную. Верхушку селедочного тортика посыпаем порубленной зеленушкой, вот и готов наш соленый слоеный тортик, пробуем. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Корж вафельный, 7 штук. Сельдь соленая, 200 грамм, филе. Шампиньоны, 300 грамм. Лук репчатый, 200 грамм. Морковь, 300 грамм. Майонез, 200 грамм, лучше брать легкий. Сыр твердый, 100 грамм. Зелень, 1 пучок, любая любимая. Количество порций, 10. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Удачи, друзья, заходите.